перед моими глазами пронеслось все, что со мной происходило в течение этих нескольких лет, все эти огромные изменения. И, конечно же, это была нескончаемая радость за то, что все действительно получилось так, как хотелось. Конкуренция все выше и выше. Но это здорово, потому что именно настоящая конкуренция, открытое, честное, интеллектуальное соперничество – это то, что позволяет нам быть с вами сильнее. Это очень большой стимул становиться лучше, самосовершенствоваться, работать над собой, становиться человеком, которым действительно очень хотелось стать в детстве. На самом деле даже важна не столько Олимпиада и результат на ней, хотя он тоже, безусловно, важен. Также ваша подготовка, то, что вы усвоили как в плане знаний и в плане общения с другими людьми во время подготовки к самой Олимпиаде. Это самое главное, мне кажется. В определенный момент жизни нужно просто переступить через себя и открыть двери в новый, замечательный мир. Я считаю, в этом году я открыл этот мир для себя и никуда больше не денусь оттуда. Эти бесспорно блестящие результаты являются следствием вашего труда, вашего таланта, вашей целеустремленности. Разрешите вас поздравить и пожелать вам всего самого лучшего.